Найс. Да. Ты вел переговоры сегодня с Камилом Гаджиевым? Ну, я с ним просто встретился за одним столом. Мы так пару фраз перекинулись. И что, бой будет? Ну, это ж не только от меня зависит. Но от Никиты. Но ты знаешь, условия, которые нам предложили, что-то они, по-моему, жесткие довольно. Но еще можно добавить, всего. Ну, это довольно выгодные условия. Ну. 5 миллионов – это 5 миллионов много. Но мне нужно залечить руку. К сожалению, не очень удачно кость сломал. Это мне где-то, ну, минимум месяца 2-3 надо. То есть, в принципе, ты готов? Да, потренируемся, интересный будет опыт.